Скриптонит, ты что делаешь? Это ныл, пел, потом что-то пацаном стал. Я не волновал, я и моя жизнь. Я понятия не имею, что это. Попса и попса. Это еще хуже, да? Это нормальная музыка. Шум, гам и все. Галимая попсня. Пропускаем, пропускаем. Вы чего? Нет, это пидор какой-то. Привет, народ! Меня зовут Максим, и вы, как обычно, на канале Клип Плюс. И у нас продолжается наш Сорян Баттл. Напомню правила. Мы подходим к рандомным людям с колонкой и включаем им треки двух исполнителей, которых выбрали подписчики. Из каждой пары отбора в четвертьфинал проходит музыкант, за которого проголосует наибольшее количество опрашиваемых, где забатлиться с другим победителем. Это будет, я не знаю, это будет либо очень жестко и кровь будет лететь повсюду, либо очень просто. Сегодня у нас в паре Скриптонит против Егора Крида. Я вам включу две композиции абсолютно разных, а вы скажете, вот это мне нравится, это не нравится. Поехали, трек номер один. Знаете, кто это? Ну, может быть, LJ. Трек номер два. Но второй лучше. Второй лучше. Из этих двух вы выбираете Егора Крида. Да, да. Первый был Скриптонит. О, класс. Я тебе включу две композиции, ты просто скажешь, какой трек тебе понравился больше. Да, конечно. Знаешь, кто это? Нет. Хорошо, трек номер два. Ну, это я знаю. Так, ты как думаешь, кто был первый? Честно, вообще не знаю. Бро, это был Скриптонит. Давай, из этих двух треков, кого бы ты выбрал? Ну, я Скриптонита не слышу, наверное, вторую, потому что я ее знаю. Поехали, трек номер один. Девушка узнала, да, кто это? Да, конечно, это Скриптонит. Отлично, трек номер два. Я понятия не имею, что это. Нормальный хуй. Трек номер один или трек номер два? Трек номер один. Это был Скриптонит? Да, и я тоже так думаю, потому что я, в принципе, большая любительница его. Фанатка, можно сказать. Трек номер один. Нравится очень, да? Вы знаете этот трек? Нет. Трек номер два. Тут продолжать бессмысленно. Ну, я знаю его, но я не фанат. Из этих двух треков какой вы выбираете? Третий есть вариант? Нет, только два. Тогда первый. Я думаю, что не продолжаем, да? Не понравился. Хорошо. Формат музыки. Понял. Второй трек. Попса и попса. Бро, надо из двух выбрать. Никаких зол. Нет. Я расплаты Готэма. Ваше время на этой земле подошло к концу. Вы знаете этот трек? Нет. Он просто раскачал. Почему я запел? Тебя не волновала я и моя жизнь. Так. Я просто, мне нравится эта песня. Простите, я должен быть непредвзят. Трек номер два. Второй. А почему? Потому что я ее знаю, она мне нравится. А первый знаете, кто был? Нет. Так, ваш вердикт? Первый. Соу-соу, да? Не знаете, кто это? Нет. Это был Скриптонит. Трек номер два. С первых секунд, да, Егор Крид вас покорил. Значит, очевидно, вы за кого? За Егора Крида. Второй трек ваш? Тоже за него. Я хуй знаю, блядь. Что-то вам она не зашла, по-моему, или? Не нравится? Ну, не зашла. Трек номер два. Ну, так, ну, потанцевать можно уже. А вы знаете, кто это? Ой, я не сильно разбираюсь.
Хорошо, из этих двух треков какой вы выбираете? Второй. Трек номер... Только я не так не делаю. Я понял, хорошо. Трек номер два. Девочка с картинки, я так нравится, только не дели. Меня выиграл трек номер один. Отлично, а почему вам второй не понравился? Мне этот стиль не нравится, второй. Попсня, галимая. Галимая попсня. Я хуй знаю, блядь. Спасибо, ваш вариант? Ну да, первый лучше. Ну как, если сравнить только два эти, то первый лучше. Вы знаете, что это и кто это? Ну да, это Скриптонит. Вау, люди разбираются. Даже трек? Да. Танцуй сама знает. Так, все начинают писать, это мой бро в комментариях. А вы знали, кто это? Нет, я такого не слышу. Ой, чувствую, сейчас второй вам понравится. Трек номер два, поехали. Мне нравится, человек сразу улыбается. Надо выбрать один, потому что это батл. Батл? Давайте, чисто из-за уважения к Скриптониту, это не лучший его трек, но я выберу его. Отлично, спасибо, ваш вариант? Да, наверное, тоже первый. Здравствуйте, как клюет? Вообще нет, не люблю такой рэпчик абсолютно. Плохо, не люблю тоже рэп. А вы знаете, кто это? А, нет. А кто-нибудь знает, кто это? Нет. Я понял, трек номер два. Это, по-моему, не лето. Нормально, да? Или что-то такое, но мне тоже дико не люблю все это. Мне нравится это что-то такое. Это был Егор Крид. Это еще хуже, да? Не лето, красавчик. Что понравилось больше? Какой трек вы выбираете? Второй мне больше понравился. Хорошо. Второй. Вам второй. Тоже больше второй? Ну да, там хотя бы что-то есть музыкальное. Вам тоже больше второй? Да, второй. Бро, привет. Чтоб тебе скучно здесь не стояло, мы с тобой вместе поржем. Ты че, иманутый? Поехали, трек номер один. Это нормальная музыка. Нормальная музыка, я понял. Трек номер два. Девочка с картинки, мне так нравится, в волосах ее резинки, только не дели. Расскажи, почему нет. Первый хороший, это на бас. Я люблю вот такую музыку. Все, поехали, трек номер один. Правду говорить или как? Правду говорить, да? Абсолютно. Так, это трек номер один. Как он вам? Ну, нормально. Нормально. Трек номер два. Тоже нормально. Ясен хуй. Ваша задача выбрать, какой трек понравился больше. Вот этот второй. Второй. Нет, тоже второй. Я вам сейчас включу две композиции. Ваша задача выбрать, какой трек вам понравился больше. Ну, слушайте, мне возраст уже 50 лет, я не очень... От самой. Не очень ориентируюсь вот этой музыке во всей. Зато у вас какой опыт? Да и 50 до понты. У меня очень большой. Но вот. я люблю шансон вообще. Включаем? Давайте включаем. Поехали. Трек номер один. Все равно не узнать. Я должен узнать? Нет. И чё? Что? Это трек номер один, сейчас включу второй. Нет. Мне даже ни о чем нет. Не говорит. Шум, гам и все. Хорошо, трек номер два. Не, ну подождите, ну. Давайте реально нормально. Сердцеед, как, ну это я песню слышу, но я просто не помню, не знаю, даже кто поет, не знаю. А это не обязательно, просто нужно выбрать из двух треков. А что выбрать надо? Какой трек понравился больше? Третий. Из двух. А, из двух? Да. Второй. А почему? Ну, потому что, ну, более что-то я там узнал. Слова знакомые. А вообще, как вы к рэпу относитесь? Не, ну, к рэпу, ну, я же вам говорю, что, ну, я не совсем, как бы, ну, такой вот человек, который это... Я человек, созданный из молекул. Какой? Ну, в смысле, я нормальный человек, я к рэпу отношусь очень плохо. Я вообще люблю шансон, люблю русские народные песни. Поехали, трек номер один. Все, нормально, следующий. Как вам трек? Нормально.
Хорошо. Трек номер два. Да, конечно, просто я разбился под этот трек. Охуенно просто зашло. В смысле, на чем? На машине. Играл трек, а ты ехал? Да, да, да. Ну, расскажи поподробнее. Ну, короче, по подробности лучше не надо. Так что... Я понял. Трек номер два. Нет, это пидор какой-то. У меня хотел член потрогать, но я ему запретил. Дружище, поподробнее. Ну, серьезно. Это же Егор Крид, да? Мне Егор Крид не очень нравится. Из этих двух первый. Это скриптонит? Да, да, скриптонит. А расскажи, почему тебе Егор Крид не понравился? Как человеку он мне не нравится, что ли. А музло его? Ну, он сначала что-то ныл, пел, потом что-то пацаном стал, и сейчас теперь ноет как-то. Что-то там картинка, девушка, что-то там такое. Монро какой-то, да, косички, да. Сладко. Серьезно. Ну, серьезно, он начал сначала ныть, ну, в начале карьеры, потом нормально пацаном вроде стал, и вроде вот его потеряли обратно, пацаны со двора. Спасибо, бро! Поехали, трек номер один. Знаете? Я же знаю. А кто это? Скриптонит. Я... Как трек называется? Что-то танцуй сама, что-то типа того. Бро, респект. Трек номер два. Ну, знаем. Я просто ждал реакцию парня. Шикарная она была. Он такой, что происходит? Ребята, ваш вердикт. Трек номер один или трек номер два? Я каждого спрошу. Первый, конечно. Отлично, почему? Ну, это же скриптонит. Правильно, блядь. Вот это ответ, да? Респект. Второй. А почему? Более позитивный, более веселее. Вы за... С такое сложное время, да, надо радоваться. Позитивно будет немножко. А скриптонит за грусть? Нет, мне не нравится он. Я понял. Ваш вердикт? Второй трек, потому что Крид красавчик. Здрасте, а можно к вам? Да, конечно. Вы хотите стать звездами? Мы уже. Это скриптонит. Да, да, да. Но... Вы знали, да, что скриптонит? Но нет, я не знал, но... Я не знал тоже. Я понял. Трек номер два. Не, пропускаем, пропускаем. Пропускаем. Почему? Ну, такой голос, но нам не очень нравится. Да. А вам что? То же самое. Мать моя женщина, здравствуйте. Поехали, трек номер один. Вау, скриптонит, ты что делаешь? Я очень люблю женщин. А, это скриптонит, да? С первых нот сразу. И глаза аж заблестели у вас. Хорошо. Прикольно было. Прикольно, хорошо. Трек номер два. Ой, это Егор Крид. Егорик, ну ты даешь. Он реально хороший. Так, девчонки, ваш вердикт. За Егора. За Егора, тоже за Егора. А скриптонит чего? Ну там у него непонятно, что-то постоянно в словах, как какая-то каша во рту. Я не знаю. Тебя не волновало, почему я запил? Тебя не волновал, я и моя жизнь. Клево, да? Да, да, да. Хорошо, трек номер два. Первое однозначно. Вы чего? Нет. Бро, а почему сразу такая реакция? Не знаю, потому что мне, ну, такая музыка просто не нравится. Не знаю почему. А такая-то какая? Ну, попсовая. Знаете этот трек? Да. Кто это? Я не знаю, кто это. Он русский. Так, теперь трек номер два. Я вам скажу, ты из ума. Ой. Вам надо выбрать один трек. Какой вам понравился больше? Второй? Да, второй. Первая или вторая песня вам понравилась больше? Вторая песня. Это был Егор Крид. Егор Крид, да? Егор Крид. Давай. Айболит не одупляет. Второй трек. Итак, вы за какой трек? Первый или второй? Первый. Айболит в теме. Спасибо. А другой? Продолжаем. Вы узнали этот трек или нет? Нет. Отлично. Трек номер два. Какой трек вам понравился больше? Из двух? Да. А, ну тогда второй. Дальше. Это был кто?
Не знаю. Трек номер два. Ну, этот лучше. Это был Егор Крид. Вы за Егора Крида? Нет, я за Оксимирона. Изи, изи! Знаете этот трек? Нет. Отлично. Трек номер два. Из двух композиций. Первый Скриптонит, второй Егор Крид. Конечно, Егор Крид. Как вам? Нормально. Вот так вот. Трек номер два. Ваша задача выбрать. Первое. А почему? Дело вкуса. Тебя не волновало, почему я забил? Тебя не волновал я и моя жизнь. И как ты вообще вошла? Все, я просто вкус вошел. Я быстро выключил. Это был трек номер один. Трек номер два. Оба хорошие. Оба хорошие? Да. Ну давайте, ваша задача выбрать, какой понравился больше. Первый, который поставил. Первый был лучше? Да. А почему? Он более ритмичный, грустный, веселый? Ну, там бас хороший, бас. Я каждого, спрошу каждого мнения. Даже если вы, например, муж и жена, не надо говорить, что муж и так далее. Вы поняли. Поехали. Трек номер один. Опа, скриптонит сразу раскачал. Вы вообще, я понял, не узнали, да? Хорошо, вы знали, кто это? Мы не узнали. Ты только, наверное, узнал. Это Агутин. Егорик тоже раскачал. Ваша задача подумать и выбрать, потому что у нас тут батл. Мы узнаем, кто пройдет в 1/4. Поехали, ваш вердикт. Агутин. Ну, из Скриптонита и Егора Крида. Скриптонит. Отлично. Ее голос оказался решающим, поэтому я решил его вставить в конце, дабы сохранить интригу. Я за Леонтьева. У него сеточка такая. Классный костюм. И он летает по небу в леопардовых портках. Ты летаешь в леопардовых портках, блядь. Придеваешь кожу какую-то, чехлы какие-то надеваешь, блядь. Да, вот. Не, на самом деле, за сквиртонит или как? Сквиртонит. Сквиртонит. Воу! Да, вот за этого. Скриптонит. Ребят, спасибо вам огромное, приятного вечера. До свидания. Друзья, пока паузу нажмем, смотрите. Спасибо, что вы отправляли треки, писали, кого с кем забатлить. Поэтому сейчас также напишите в комментариях, кого в пару поставить с кем-то. И треки, которые, собственно, мы используем для этого батла. Я услышал, что нужно брать несколько треков, что нужно определенное количество людей. И таким образом, собственно, вы, подписчики, и делаете этот батл. Спасибо вам огромное. Мы продолжаем. Ваш вариант? Я поддержу Егорку. Егор? Друзья, ну что, такой вот у нас выпуск получился. Результат вы видите на экране. Егор Крид проходит дальше, и именно он будет бороться уже в 1/4. Спасибо вам огромное. С вами был Максим. Клип Плюс. Пока!